А прямо сейчас давайте по порядку, да, и начнем с команды КВН «Альберт Сталин», город Волгодонск. Прожив 10 лет, собака внезапно поняла, зачем ее растила хозяйка чебуречной. Кот, который не смог слезть дерево, свил себе гнездо. Мальчик, у которого был один палец, не смог увеличить фото на планшете. Не очень красивая девочка водит своего парня на свидание в комнату кривых зеркал. У Анжелы была кличка Лук, поэтому все, кто ее раздевал, плакали. Ну что ж, можно поаплодировать этой команде. Замечательно, замечательно. Первые 5 новостей мы прошли. Вторыми свои 5 новостей считает команда КВН «Срок годности не ограничен». Родила царица в ночь, чтобы днем могла поспать. На 5-летие Никиты Джигурды бабушка связала ему намордник. Ни себе, ни людям. На свадьбе Сергей Зверев поймал букет невесты. У полугодовалой дочери хоккеиста зубов больше, чем у папы. Замечательно. Так сказать, у нас не 5 новостей, а 4 новости. Все правильно, да? И мы идем, следующие 4 новости зачитывает нам команда КВН «Дай 5» русскому. Давайте поприветствуем. Экономичный дед, когда моргает, выключает свет. Дети директора фабрики носков всегда разбросаны по квартире. Спасатель-неудачник, увидев двух тонущих девушек, по ошибке спас страшненькую. Ловкий мотоциклист, лихо проскочивший между двумя КАМАЗами, забыл про друга в люльке. Замечательно. Вот они, 4 шутки от команды КВН. Какая была команда КВН, друзья? Забавным названием. Забавным названием прямо сейчас выступает, правильно? Давайте встретим эту команду. На уроке немецкого языка мальчик с дефектом речи случайно вызвал дьявола. Киллеру заказали директора Эльдорадо. Только в октябре и только по цене 9999 рублей. Девочка, воспитанная пандами, жирная, но такая милая. Новая Лада Иисус. Теперь мы не тонем по другой причине. Замечательно! Следующая команда со своими 4 замечательными шутками. Это команда КВН «Замес». Давайте поаплодируем. Дядя Жора, когда понял, что нечего есть, зажарил туалетного утенка. Человек капуста уже 2 года не может раздеться. В Голландии коровы, возвращаясь в пастбище, смеются и просят у пастуха вкусняшки. После пивного фестиваля в Анапе уровень моря поднялся на 20%. Прямо сейчас 4 скромных шутки от 4 от одного скромного парня из Ростова. Давайте поприветствуем. Just do it. Ну что ж, добрый вечер. И первая новость про меня. Мама говорила, что я должен больше кушать. Папа говорил, что я должен больше гулять. В итоге я жрал на улице. Вторая. Мальчик, у которого нос больше головы, боится высморкать мозг. Это интересно. Очень некрасивые девушки знают, как выглядит пакет изнутри. И последняя спортивная. Боксер-свингер 3-жды меняет партнера за бой. Спасибо.
Замечательно, идем дальше. Проспект энтузиастов. Давайте поприветствуем 4 штуки. Добрый вечер. Автобусы Семикаракорска могут получить звание «Самый современный транспорт» из-за присутствия эффекта 3D. Тряска, капли дождя, а в некоторых районах можно получить и пневморезочку. Работники Макдональдса не переодеваются на Хэллоуин. Очень плоская девушка любит повторять фразу «Зато я плаваю быстро». Знание – сила. Опираясь на мусульманский закон «Не прикасаться к свинине», хитрый кабан захватил арабскую деревню. Замечательно, спасибо. Спасибо тебе, Камиль, за прекрасные шутки. И завершает этот конкурс Петровский бульвар. Давайте поприветствуем Матита ГТУ. Азов. Да, спасибо. Новость. Добрая девочка Катя пустила переночевать бездомного гея домой. На утро ни помады, ни гея, ни отца. Ага. Ясновидящий мальчик знал, что за курение получит от папы ремня, но также знал, что во время замаха у папы прихватит поясницу. Моя любимая. Варежки на резиночке не спасли 7-летнего мальчика от смерча. Ну, ничего. Вот это да. Человек, которому нечем хвататься, показывает пупок. Все. Замечательно, это были все новости от нашей команды. Давайте всем командам поаплодируем с вами, друзья.